Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и продолжаем проходить КАЦ. Чемпионат завершен, и я перешел на 7-й, ребята, уровень. Доступные детали, видать, какие-то новые. Ага, более мощные детали. Выбираем подковку с вами. И супер ящик. Так, получаем лазер, пилу, жало, валун, титан, реверс, циркулярка, дрель. Ну и все, да, на этом. Ну и еще дали мне немножко денежек. Так, итого у меня 10672. На каком я месте здесь нахожусь? На 10-й позиции. Ну что же, хорошо. Так, я смотрю, у меня открыт ящик еще один. Давайте его посмотрим. Так, дрель тут дали мне, диск, жало, циркулярку и все. Еще ящик от спонсоров, смотрю, у меня здесь есть. Тут диск, катер, нитро, ракетницу, классику, титан, комплект атаки. Ну что же, это хорошо. Вот, а комплект атаки — это то, что надо. Давайте с вами активируем супер ящик. Насколько? На 6 часов он у нас будет задействован. И мы получили с вами один бонус для апа. Что бы нам проапать такого, а? Так, защита в чемпионате. Не то... Ой, катером я вообще ничего не собираюсь улучшать. Здоровье ковшей, нафиг оно нужно. Дрель наносит больше урона. Не нужно. Повышает здоровье у получаемых комплектов. Вот это надо сделать, ребята. Вот это самое то, что надо. Отлично. Ну и теперь давайте, ребят, наверное, свою машину немножко апгрейдим. Так, что-то не могу понять, а почему... О, не могу влить, ребята. Почему, непонятно. Ну, ладно. Так, а в ковш? Ой, в пилу. О, в пилу можно. Так, отлично. Циркулярка наша проапалась. Тут валун синий. Так. А если мы поставим вот эту вот пилу, у нас улучшится? Да, ребята, атака серьезно улучшилась. Ну, пила мне не особо нравится. А если дрель мы влепим? Так, минус 42 к атаке. Нет, мне это не устраивает. Лучше пилу обратно влеплю. Где у меня пила? Куда пила-то делась? Эй! Куда вы спрятали от меня мою пилу? А, вот она лежит. Так, давайте-ка ее поставим. В принципе, можно ее протестить. Что мы теряем? Абсолютно ничего, да? С колесами мы не будем заморачиваться. В общем, давайте, наверное, сходим с вами на быстрый бой. И глянем, что у нас из этого выйдет. Поехали. Это что такое? Разобрали. Даже без проблем, я бы так сказал. Ну что же, продолжаем с вами. И так, ничего себе, он мгновенно перешел на следующий этап. Давайте еще один быстрый бой сделаем. Так, ракетница, лазер. Вот это плохо, это очень плохо. Блин, размозжили меня. Да и хрен с ним. Так, успешных защит в чемпионате одна. Ладно, я также на 10-й позиции и остался. Понеслась, ребята. Есть, отлично. Первая победа за мной. Так, с ракетницей не шути, браток. О, вообще великолепно получилось. Так, а это что такое за кренделек? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я все-таки успел. Успел я его раздеребанить. Так, успокойся, паренек. Опа, и нету. Так, тут аж с двумя ракетницами. Ничего себе, буянит малыш. Так, куда же ты стреляет твоя техника, братишка? За это ты и поплатился. А это что, две пилы и отбойники? Ну, извини. Ой, блин, елки-палки, ребят, ну это просто глупо. Естественно, я сейчас, наверное, погибну, да, получается, что... Да, по-моему, до меня быстрее доберется эти пилы. Черт подери, ладно. Ой, а вот это вот печалька. Ну, гаденыши, а. Так, этого я должен раздеребанить, по идее, да, все отлично. Так, 7 побед. Ну, вот тут у кого сильнее будет пила. Ну, естественно, у меня. Так что, Артем, извини. Дэйв, Дэвзо. Прости, Девзо. Тебе... Ой, лазер, лазер, лазер. Ё-моё, с одного удара, обалдеть. Так, здесь
Да что такое-то? Ну, пошли проигрыши голимые, а. Блин, надо, ребята, что-то химичить. Выиграно 9 боев. Мне не нравится, как тут дела обстоят. Я перешел на 5-ю позицию с 10-й. Что бы можно было бы сделать с тачкой, ребята, а? Кто мне подскажет? Мне чего-то не хватает здесь, да? Мне не хватает как-то, я не знаю, то ли мощнее бурить их или разбирать. Вообще мне не хватает того, чтобы перекатиться через них и атаковать сзади. Давайте, может, блин, я не знаю, вместо ковша поставим вот так вот нитро. Глянем, что у меня из этого получится. Так, давайте-ка быстрый бой включим и посмотрим. Должно быть нормально. Опа, ничего себе она... Ого, прыганула-то у меня машинка. Вот это круто. Ребят, вот именно этого я и хотел добиться для своей машинки, чтобы она перепрыгивала врагов и атаковала их сзади. Так. Ну, теперь, наверное, можно, ребята, попробовать себя и на лиге, а на чемпионате. Давайте глянем. Кодекс. Это не тот ли кодекс, который у нас штампует репаки? Походу он, а может не он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, я его разбил. Классно. Так, блин, нифига у меня машина наяривает. Вот это великолепно, я собрал сборочку себе. Так, я должен победить, отлично. Так, пока идет все довольно неплохо, ребятушки. Довольно неплохо. Так, давай-давай, подъезжай ко мне, я тебя жду. Опа, молодчага. Так, уже 3 победки, хорошо. Тихо, отбойники эти тут мне не нужны. Вот, вот, ребята, самое оптимальное. Потому что ни у кого нету атаки сзади. Ну, максимум, что могут поставить себе, это циркулярку. Ну и то, у меня тоже циркулярка. И довольно мощная. Так. Ух, пока, братиша. Аксель, гудбай. Вот так, разбомбили. Смотрите-ка, 5 побед уже, это неплохо. Вообще классно, классно, у меня тачка прыгает. Такой, знаешь, действительно оправдывает себя проныра. Он и есть проныра. У, а тут-то что, братишка, вообще без оружия. Так, я тебя жду, когда ты ко мне подкатишься назад. Пила уже ждет тебя. Опа, пока. Так, 7 побед. А это что такое? Я даже не понял, что это такое было. Слушайте, по-моему, я нашел идеальный вариант. Ну, практически, наверное, идеальный. Вроде бы пока еще поражения не было. Или было все-таки одно? Не помню. Так, давай подкатывайся. Оп, ай-яй-яй-яй, сейчас, наверное, проиграю, да? Ай, только лишь из-за того, что меня зажало стеной. Блин, опять чего-то немножко не хватает, ребята. Падает на пузо, на крышу, точнее. Но, тем не менее, я выигрываю. Так, а здесь что? Ах ты, ядрить тебя на корень, ребята. Вот неудачно получилось, потому что сейчас меня стеной раздавит. А так, в принципе, все было замечательно. Очень даже хорошо, я бы сказал. Ладно, хорошо, мы что-нибудь, наверное, подкорректируем маленько. Так, проиграл я здесь. Но, тем не менее, 10 побед, это уже хорошо. И лазеры для меня уже не страшны, так как я их просто перепрыгиваю. Великолепненько. Так, опа, видели? Оп, сальтуху делаю, и все. И я уже сзади противника. И начинаю его помаленьку мутузить. Круто! Мне нравится мой вариант, ребята. Очень даже нравится. Я, наверное, такой и оставлю. Так, 10 этих. Ух ты, ребята, я выбился в лидеры. Я стою на первом месте. Что может быть лучше? Что может быть лучше сладкой победы? Да ничего. Так, ну что, я не знаю. Давайте еще, наверное, разочек на чемпионате. Посмотрим, как на этот раз у нас все выйдет. Так. Да елки ты палки, ну... Повторяется ситуация, помните, да? Я специально промотал, чтобы ее не смотреть. Так, а вот это мой клиент. Все, 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 расслабься, расслабься, игл. Так, этот, по ходу дела, тоже мой. Да, этот мой. Вообще, вот такие, ребята, самое то. Кодекс, подождите, кодекс. А, нет, разобрал, я все-таки умудрился, успел. Так, это вообще на один удар? Нет, 3 удара выдержал, ладно. Так, пролетаем. Оп, 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 пока, Денис. Довольно неплохо получается. Тихо, тихо, тихо. Подожди. Блин, да что ж такое-то? Встала машина. Почему она у него остановилась, а?
Да, было, конечно, немножко не в кайф. Так, а вот эти вот ребята вообще, я не знаю, как они умудряются такие машины выставлять. Уму непостижимо. Так, давай, 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 подъезжай обратно. Подъезжай. Как раз колесиком. И все. Так, 7 побед у меня. Это хорошо, это радует. Давай, я тебя добью здесь маленечко. Так, все. Хорошо все было сделано. Ух ты. Давай, 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 подъезжай, подъезжай, подъезжай. Тихо, 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 тихо. Главное не стены. Все, успел его разбомбить. Так, этот с отбойниками тут со своими. Давай, подъезжай ко мне, я тебя жду. Оп. И потихоньку, потихоньку, уверенно. Смотрите, 962 хп. И я его все равно побеждаю. У него даже шансов не было на победу. Единственное, что может быть мне что-то сделать с колесами, чтобы, как бы сказать, чтобы он был более, как, я даже не знаю, как выразиться, более уравновешенный, чтобы вставал обратно на колеса или на бочину и ехал. Так, 12 боев, ребята, из 14. Это, по-моему, превосходный вариант. И я до сих пор остаюсь фаворитом. Круто, круто. Но чего-то все равно, ребята, немножко не хватает. Я, знаете, что думаю? Может быть... Нет, не получается. Влить немножечко... Во! 10 хп. Неплохой прирост. И что еще можно сделать? Так, лазер не подходит нам, да? Не подходит. Это тоже не подходит. Так, а это, блин, фигня получается какая-то, а, ребята? Хотел улучшить немножко себе машину, капельку буквально. Но, как видите, что-то ничего не получается у меня. Да. Так, давайте попробуем вот так сделать. Не знаю, конечно, что из этого выйдет. Блин, я думаю, что она, наверное, будет переворачиваться все-таки, а? Ну, пока мы не проверим, мы с вами ничего не узнаем. Так, вот эти детали вообще надо продавать. Деревяшки эти уже, они ни к чему мне не нужны. Да и деньги как бы нужны особо мне. Так, продаем, тоже продаем. Вообще надо все здесь продать. Все, что нельзя влить, надо продавать. Пока у меня идеальная машина, идеальный вариант, я так и оставлю. Ну а весь остальной хлам, естественно, я буду продавать. Так, здесь можно сделать дрель 9 уровня. Блин, я не знаю, мне ее жалко, а, ребят. Стоит, не стоит. Почему-то в корпус не идет, да? А вот на... Нет, на нитро тоже не идет. А, вот сюда. Все идет. Давайте, наверное, все-таки была не была. Да. Черт с ней, как говорится. Вау. 605 хп у меня. Довольно неплохо, неплохо. Так, и все, наверное, больше мне ничего нельзя воткнуть. Единственное, что мне не нравится в моей тачке, это корпус. Не то, что... Сама форма, а из чего он сделан? Он сделан из дерева, а мне нужно железное. Вот железное, он дает существенный прирост в самом начале, даже не проапанный. Так, понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, критично скатился я, блин. Неудачно. Да, неудачно, ребята, получилось. Так, понятно. Ну что же, давайте еще разок. Что у нас из этого выйдет? Поехали. У-у-у, братишка, извини. 3-0, ты проиграл. Так, что, давайте еще разочек. Понеслась. Так, стоит, ждет меня. А-те-те-те, как хреново вышло-то, а? Блин. Что-то мне на простой, быстрой игре не везет. Да, давайте-ка, может быть, сейчас, секунду. Вот так вот попробуем сделать. А сюда поставим, наверное, маленькое. Хотя, получится, наверное, вообще полнейший бред. Ну, протестим давайте. Так, понеслась. Опа! Ёлки ты, папа. Не, ну, в принципе, сейчас он на меня наткнется. Это однозначно. Но меня немножко не устраивает. Так. Все места заняты. То бишь, ящиков я уже получить не смогу. А это плохо. Ну-ка, давайте-ка еще разок. Опанчики. Отличный был кувырочек. Пока, братишка. Канчу. Разбомбил я тебя. И... Так, давайте попробуем теперь себя на чемпионате. Что у нас получится здесь?
Так. Ага, я достаю до него. Это радует меня. Пока. Так, одна победа уже в кармане. Перелетаем. Слушайте, смотрите-ка, вроде бы как нормальный вариант получился у меня. Сейчас посмотрим полностью, что у меня из этого выйдет. Конечный наш результат. И, возможно, я нашел идеальное сочетание. Так, видите, он сейчас, по крайней мере, не встает на бок, а переворачивается. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нормально, все пучком. Так, Артемку раздеребанили. Классно, классно получается. Все пока идет как нельзя хорошо. Давай, подкатывай ко мне. Вот-вот-вот, низко, все. Спокойно. Так, две пилы. Фух, моя одна мощнее, чем у него две. Так, перепрыгиваем. И все, и лазер нам уже не страшен. Так, Акси, готов. Слушайте, ребята, а может быть я сейчас затащу без одного поражения? Вот будет великолепно-то просто. Так, 9 побед уже в кармане. Тут осталось всего 5 раз выиграть. Так, кодекс, блин, кодекс, куда ты? Ёлки-палки, смотрите, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Только лишь из-за того, что у него слишком, как сказать, мощный корпус. Он меня выиграл, я не успел распилить. Но если бы я свою циркулярку проапал бы, еще бы буквально на урона 10, то шансов бы, конечно, не было бы. Но, как вы понимаете, мне апать абсолютно нечем. Так, пока единственный противник это был кодекс, который мог меня победить. А остальных, как вы видите, я крошу. Причем в легкую. Так, замечательно. Перепрыгнули. Так, сейчас он сам ко мне и подъедет. Как говорится, на рожон. Все, Джем, давай. Так, 13 боев. Ребята, мне буквально не хватило одного боя. Одного боя, чтобы сразу перейти на следующий этот уровень. Ёлки ты палки, а. Ну-ка, давайте еще разок. Может быть, все-таки что-нибудь да изменится. Так, ну эти вообще мне не страшны, ребята. Так что, юх, просто пролетаю над головой и начинаю их деребанить. Великолепненько, просто великолепно. Так, это тоже мне не страшен. Девз, Девзо. Или Девз. Так, Артем тем более. Все у нас повторяется. Отлично. Так, и этот тем более. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Подкрадусь, подкрадусь, подкрадусь. Куда? Куда ломанулся? Иди сюда. Все, Дениска, раздеребанил я тебя. Так, и скоро уже должен появиться кодекс. На каком там? По-моему, на 10-м бою он будет, да, у нас? Ну, посмотрим, как у меня там на этот раз сложится. Так. Классная машина. Такая юркая, уворотливая. Перелетает врагов, как нечего делать. Так, восьмая. Вообще не вижу никакого сопротивления. То бишь, ребята, если играете в игру в эту и приблизительно на таком же уровне, на такой же лиге, как я, делайте смело такую машину. Кодекс опять, елки-палки, вот он. Да ядрить тебя на корень, а. Не хватает буквально одного удара. Блин, вот засада. Только лишь из-за него проигрываю. Блин, что же можно придумать-то, а? Как-то улучшить циркулярку. Так ее нечем апать. Улучшить мне ее тоже никак. Ладно, мы потом с вами, ребята, подождем время, когда откроется сундук. Я с него наверняка что-нибудь получу хорошего. И, естественно, проапаю себе циркулярку. И тогда, хотя, когда я это сделаю, тут уже будут совсем другие игроки. Так, ать, моя пилота достает. Замечательно. Ну что, ребята, блин, так и получается, что 13 боев, одного боя не хватает. Ядрить его на корень. Я до сих пор фаворит на первом месте. Меня никто переплюнуть не может. Как бы мне, ребята, немножечко проапать свою циркулярку, а? Ну как, ее ничто не берет. Никак она не хочет апаться. Жаль, очень жаль. А там буквально бы мне, ну сколько, ну 150 атаки и все. И было бы замечательно. Но, как видите, ничего абсолютно не подходит. Только лишь уровень есть только поднимать.
Я, правда, не знаю, что этот уровень дает. Так, что, блин, уже и монет не хватает. Ёлки-палки, приходится тратить кристаллы. Так, у меня осталось 8 кристалликов. О! А, ну это на корпус идет, ёлки-палки. А на циркулярку на... Есть, есть, ребята. Блин, да не хватает теперь монет. Ладно, кристаллы потратили. 152. Ну вот теперь должно, по идее, хватить, ребят. Можно, в принципе, попробовать еще раз смотаться на чемпионат и глянуть, что у нас получится. Именно вот с этим апом, который я сделал. Да, он был один. 157 к атаке я прибавил. В общей сложности 295. Так. Буквально до кодекса я могу вообще быть просто на расслабоне. Это до 9-й победы. На 10-м вот начинается геморрой. Так, разбил. Следующий. Так, что тут, а, все нормально. Так, Артемку разбомбили. Так, Дениска у нас тут. Ну, Дениска далеко не уедет, это однозначно. Так, замечательно, разбомбил я его. Ну, Фаста мой тоже сейчас. Оп, и нет его больше. Шестая, да? Осталось еще три боя. Выйдет кодекс. Это единственный противник, которого я тут не могу победить. Да и то только из-за того, что стены уже начинают открываться. Так, 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 отлично. Ну, так. Ад Викториям какой-то. Ну что же, Викториям, давай, помирай, отлично. Так, вот кодекс, блин, вот он кодекс, ах ты ядрить тебя на корень. Ну-ка, нет, 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 ну хорош принимать, блин, да елки-палки, вообще децл не хватило, ядрить его на корень, а. Ну что с ним делать, я не знаю. Ух, вот это единственный пока противник, ребята, у меня, которого я не могу победить. Только лишь из-за того, что он слишком мощный. Корпус я имею в виду в плане. Так, или то, что у меня слишком слабая циркулярка. И все, остальных я всех разъеребаниваю. Причем не напрягаясь. Так, Джема тоже завалили. Ух, 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 достаю, достаю. Все без проблем. Ну что же, ребята, ладно, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно продолжим играть в КАЦ и увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока. До новых встреч, ребята.